Ты готов? Да. Да. Ну, ты понял. Да, 96-й год, это уже радует. Угу. Ну, помнишь, эту хрень недавно переиздали? Нет. Какой ты, однако, негодяй. Недавно Resident Evil переиздали 96-го года. Ну, нет, что ли, за две недели буквально до этого. Ты еще обсуждал возможность, а не подарить ли тебе его на Новый год? Но вместо этого подарил мне Metal Slug. Я не помню, я уже не помню. Сын, слева Гитлер. Ну да. Такой подмастерье. Вот сатаны. Он еще только учится. Да, сюжет в том, что все плохо. Ударили кометы. Слева, опять же, Магнета. Да, тем, кто помер, повезло, потому что те, кто выжили, они оказались под гнетом мутировавших созданий, назвавших себя Ордер. Вообще ни о чем не говорит. Вот. Ну вот, теперь сопротивление, мы будем типа за сопротивление, йоу-йоу-йоу. Что за жанр? Квест, я надеюсь? Action RPG. О, ничего себе. От первого лица. А, ну то есть, если хотя бы первый жанр еще не такой дерьмо, но все равно от первого лица, да? Конечно. То, что я не люблю, кроме шутанов. Ну конечно, так это шутаны есть, по большому счету. А, да? С некоторыми RPG элементами. А, ну тогда ладно. На движке Дюка, что ли? Нет. Дума? Это последняя игра на движке Дума. А, ну да. Ну, 96-й год. Как бы пора уже новый двигатель было написать, да? Ну, уже тогда, собственно, только-только вот Quake собирался выходить первым. Ты уже зафейлил тут что-то, да? Не, это меню, там демонстрационная версия. Я просто управление читаю. А-а-а. Управление для Дума достаточно нестандартное, то есть есть инвентарь, можно там использовать предметы, читать Mission Objectives, можно, что там, ну, карта, понятно, можно прыгать. А? Ничего себе, ты даже уровень сложности не руки выбрал. Ну так, ветеран. Это в честь того, что вышел Strife Veteran Edition, поэтому я выбрал уровень сложности ветеран. Диалоги, да. Мы тебя убьем. Окей. Сейчас разберемся с этой проблемой. И как обычно запить кнопкой. А то. Старые экшоны. Слушай, я понял, с кого сперли Мастер Чифа. Именно с этих врагов единичек, да, в Страйф. Да. Ну, этот. У меня больше ощущения вызывает это. Напоминает мне System Shock первый. Если ты его видел когда-нибудь? Я про него только слышал. И знаю, что оттуда растут ноги Биошока. Но я уверен, что и Страйфа тоже ноги оттуда растут, потому что они очень похожи, а он вышел на 2 года раньше. System Shock, в смысле? Да. А, в 94-м, да? Угу. Чувак предлагает мне сделку, что раз ты такой нищий бомжара, может сделаешь для меня одну маленькую услугу? Добудешь один церемониальный кубок, который в... Sanctuary, не помню, как это расшифровывается. Ну, короче, это местечко сбора этих ордера. Мне туда зайти, всех замочить и взять этот кубок и принести ему. Он будет в таверне. Тут тебя отболит стоком, да? Это я показал, что бывает, если застрелить мирных жителей. Ну, ничего, я смотрю. Ну, поднимается тревога, да? Меня начинают стрелять. А можно отбиться? Или это пулеметы, ну, какие-то? До поры до времени будешь отбиваться, но аптеки-то закончатся все равно. Да, если у тебя скилл просто нереальный. Ты, видимо, давно не играл в игры на движке Дума, да? Я никогда не играл в игры на движке Дума, да я даже в Дум играл только, знаешь, когда? Никогда. Вот когда. У меня еще компа не было своего. Мама как-то приносила ноут с работы. И там стоял Дум. Ну, клево, че. Вот. Это единственное, когда я играл в подобные игры. Потом у меня был Duke Nukem уже. На плойке. Ну, окей. Вот. Это таверна, куда нам нужно будет попозже. Пока не будем сюда ходить. Структура уровней, как видишь, достаточно такая открытая. Мне больше напоминает Shadow Warrior, кстати. Есть такое. Ну, вообще, игры на движке билда больше напоминают, да, нежели думовского. Ну. Но все-таки художники как бы постарались. Ну и программисты, опять же, переключили движок так нормально. Вот. В некоторые зоны я пройти не могу, просто потому что это, ну видишь, только в полной версии Strife будет доступно. Вот, а это у нас демо-версия, да. Это важно.
Вот Sanctuary. Да, нашли это местечко. Так это этот, да, как, типа, укрытие или... Да-да-да, я не помню, как оно там называется. Я могу посмотреть перевод, но я же ленивая жопа. Ты не подготовился к сегодняшнему летсплейнику. Да, я 10 часов решал одну и ту же дебильную головоломку, которую ты решил за 3 минуты, поэтому... Но об этом мы не будем спойлерить, как бы, в свое время, да? Я просто сейчас немножко почувствую свое превосходство. Не-не, давай, как бы... У тебя этот, лимит есть стрел? Да, справа, снизу. А, все, вижу. Более того, можно разные типы стрел находить. Есть... Ой, это почти как в воле. Да, есть электрические, а есть отравленные. Ну, я говорю, в воле, в этой великолепной игре. Забавно, да, потому что War делали как раз люди, которые сделали System Shock, которым как раз вдохновлялся Strife. Такая вот преемственность. Да, преемственность. Плагиат это называется нормально. Это называется преемственность. Отсылки. Ты уже видел о том, что выходит Alone in the Dark новый? Да, но... Illuminations, или как-то. Я так понимаю, они опять сделают какую-нибудь неиграбельную хрень, которая будет интересна чисто... О, подожди, там была карта? Да, интересная в плане амбиций, но играть в нее будет невозможно. Ну, начнем с того, что там есть кооп. Ну это очень нехорошо. А знаешь почему? Да. Да. У меня Windows 8, у меня кооп не будет работать. Ничего не знаю, придешь ко мне с геймпадом, будем тут проходить в прямом эфире, трансляции в Steam. Нам надо как-нибудь еще Реймана пройти. А, слушай, я наврал. Подожди, трансляция в Steam? Да, сказали, с десяткой не будет работать. Или с восьмеркой, я не понял. Если с восьмеркой она не работает, почему она у тебя работает? Нет, она с восьмеркой. У меня 8.1, но с восьмеркой она работает. Ты говорил только что с десяткой пока что. Вот я забыл, это с десяткой или не с десяткой все-таки? Ну хрен. У меня все работает. Габин, короче, что-то темнит. Я броник взял. Ну почему бы в стране, где оружие арбалет и ходят типа рыцарей, не было бронежилетов? Ну тут... Это будущее вообще, антиутопия какая-то? Это такой типа стимпанк. То есть тут как бы крестьяне и все такое, но при этом огнестрельное оружие, ну вот... арбалет с электрическими... с этими... болтами. Болтами, да. Вот. Почему тревога постоянно работает? Ну потому что я в этом здании, я тут ношусь и всех убиваю. А где тогда войска по тревоге? Так тут я всех перебил. Это местная тревога, так сказать. Вот видишь, у меня уже теперь и пушечка есть. О, дробаш. Ну не дробаш, это автомат. Выглядит как дробаш. Пистолет-автомат, если угодно. Ну сейчас увидишь, как он стреляет. В таверне. А где перекрестие прицела? А вот это реализм, чувак. Это такой хрен реализм, что тебе главное хотя бы в сторону врага стрелять, и ты будешь попадать, да? Да, это фишка движка Дума, если ты не в теме. Это я немножко знаю, да. Я уверен, что это, наверное, можно отключить, но это ж надо сделать, да? Но я уже в пижаме, я уже записал это видео, извини, не могу. Но ты же про, зачем тебе перекрестие? Ну вообще тут есть фигня, помогающая прицеливаться, она выглядит... примерно как прицел, ну, в общем, увидишь вскоре. Автоаим. Ну, тут и так автоаим как бы работает. Внезапно поднялась тревога. Там видел сразу этот, барная стойка загородила броньку. Да. А, вот этот пулемет был, который тебя расстреливал, да? Да. Так ты же не убил мирного жителя никакого. Так прикол в том, что это подстава. То бишь, да. Все должно было пройти тихо-мирно, но... Тут поднялась тревога, и есть подозрение, что меня предал этот чувак. А на этом мне указал вот тот мужик в робе, который там был внутри. Он был пленник, сказал, что его вот этот Харрис подставил. Вот, настучал на него. И он такой говорит: о, я ничего не знал, я не при делах вообще. Давай-ка кубок, короче, это, и вот тебе ключ, губернатор сам тебя поблагодарит. То есть тут даже диалог есть, выбор, да? Да, более того, я сейчас выберу вот именно заведомо ложный вариант, неправильный, да? Пойду к губернатору с этим ключом и скажу: я типа это, твой кубок стырил. Гениально, да? Ну да. Как ты думаешь, какая у него реакция будет? А, тебя убьют. Ну да. И заново этот кусок проходить? Ну, я сохранился перед этим. А если бы не сохранился? Если бы не сохранился, то надо было бы выйти из диалога и сохраниться.
На самом деле здесь достаточно головой думать, как бы, чтобы не попасть в неприятности. Это губернатор. Чувствуешь, да, какой мерзкий хлыщ? Гей. Ну и как тебе быть... Вариант ответов мне нравится. Как тебе быть пешкой? Отстой! Да. It sucks, man! Ой, спасибо. Вот, тут сколько не отстреливайся... А, ну я вижу, где-то лестница. Ну, покажи скилл-то, где? Где умение? Смотри, сколько здесь гора трупов тут. Ой, с трупами... А, не исчезает, но... Нет. Все, аптечки кончились. И проблема в том, что из комнаты не выйти. То есть это безысходность просто. Да. В Хейла в этот Рич был таким последний уровень. А в Legacy of Kain, да, первый. Пошел вон. Я сказал, что кубок я оставлю себе и его пристрелил. Вот видишь, какой я молодец. Правильно. А, сюда мы пришли. Ну, парочка человек. Урки. А это просто его, видимо, какие-то бодигарды. Здесь опять миллионы секретов, тайничков и прочего. Тайнички присутствуют. Ну, это же движок Дума. Ну, здесь ступеньки-то побольше, чем в Думе, хочу сказать. То есть этажи как-то чувствуются. Вот, и в общем, я взял радио. И мне тут телочка говорит, слышь, не знаю, кто ты такой, но раз уж ты подобрал, так ты хоть кубок-то выброси, ублюдок. А то это палево. Вот, я его выбросил. Если его не выбросить, соответственно, тревога будет все время подниматься. Угу. Вот. Я смотрю, у тебя уже полный набор аптечек. Ага. Но они все будут при делах. То есть все-таки скилл у тебя недостаточно, разве, да? Ну, сейчас увидишь, просто там дело не в скилле, а в том, что... Место. Ну и уровень ветерана, опять же. Это еще игра тех времен, когда врагов делали много, да? Да, много и сильными. Вот, мне сказали, а да будь-ка ты, парень, огнетушитель. Где-то он в доме мэра валяется. Ой, огнетушитель, огнемет. Ну, понятно, где. Ну, есть. У кого, как не у мэра, должен быть. Ага. Упс. Палево. В общем, поднялась тревога. А, то есть ты, я здесь, это кто был? Это костюм-невидимка. А, ты его взял? Да. Вот, в общем, вот что-то похожее на прицел. Оно помогает мне. Неплохой такой разброс, я тебе хочу сказать. Но оно как бы именно, что вот все, что в этом диапазоне, он ловит и стреляет туда сразу же. А, ну в принципе достаточно. Это как раз автоэйм, фактически. Ну да. Что? О, неплохо даже. Горящий показывается, чуваки. Ага. Гуро! Ты в мантии-невидимке сейчас? Да. Гарри Поттер. Ну как бы меня видят, но стреляют по мне все-таки поменьше, чем обычно. Ой, и сам же можешь поджечься. Да, я вот только не сразу обратил на это внимание, что лучше на рожон не переть. Вот объясни мне, почему в игре таких лет давности... О, Робокоп. Да, вопрос. Есть вот такие мелочи, когда там ты поджигаешь врага и об этот же огонь подгораешь, там, я не знаю. А во многих современных играх таких нет. Потому что делали Rock Entertainment, которые делали, например, Солдата Удачи. Вот, это великолепную игру. Ага. Или Raven Software делали. Да, Raven Software делали. Вру. Солдат Неудачи. Значит, Rock Entertainment. Ой, Солдат Удачи. Rock Entertainment. Солдат Неудачи делал Бен Стиллер. Моя любимая игра Солдаты Неудачи. Солдат Удачи, я помню, для меня в детстве такое впечатление оказало серьезное. Так, да. Вот. В общем, я немножко лажанул, но нам надо именно туда. Потому что там то же самое, что здесь, только более подробное, оторванные конечности показаны. Угу. Ну, я не считаю той шлаковой игры 2007 года. Payback, что? Да. А, 2007 было? Да. Ух ты, как давно все это было. Потому что... А ты что, в воде умираешь, что ли? Не, просто там идти особо некуда, чтобы время сэкономить, загружая просто. Искал, может, я какой-нибудь секрет пропустил, или что-нибудь такое. Ну, в итоге нашел. Аптечка, например, да. Потратить здоровье, чтобы подобрать аптечку, чтобы подлечиться. Здоровье нужно, чтобы пить водку. Так,
тогда я не пойду. Ну, собственно, наверное, последняя игра, которая была вот с таким этим, в смысле, из последних лучших, это, ну, посмотри, там, Wolfenstein, да? В таком же стиле, когда куча врагов и... Из последних? Да. Ну, я имею в виду, из которой я могу играть, скажем так. Ну, Shadow Warrior последний. Ну, Shadow Warrior, кстати, мне так не так понравился, как Wolfenstein. Мне тоже, мне, честно говоря, он вообще не понравился. Я думаю, если начал играть, скучно. Какой-то игровой процесс там, ну, лажовый, да, то есть... Когда бегаешь в Вольфенштейне, неважно, на высоком уровне сложности, на мелком, но бегать с двумя автоматами, это весело. Да. На легком, когда я уже добивал ачивки, естественно, я делал на легком. Да, я выбил все ачивки в Вольфенштейне. На легком. Я на харде же и пошел. На харде все пошли. Вот. Но я получал удовольствие там от стрельбы, а в Shadow Warrior мне было скучно, откровенно. Да. Мне Shadow Warrior больше понравилось это, которое дополнительный уровень, где чистить надо место, где ты повоевал. Visceral Cleanup Detail. Да, да. Собственно, обе ачивки из двух я там выбил. Я думаю, может оригинальный Shadow Warrior пройти на Google Games у меня есть на аккаунте? Я его смотрел, он позадорнее даже смотрится, чем... Ну, веселенький. На билде-то игры, в принципе, задорные. Тогда. Вот, в общем, я пробивался туда не зря, там был телепорт, который меня привел к базе повстанцев. Это достаточно примитивное с точки зрения логики, как, да? Телепорт, в который кто угодно может войти, на самом деле объясняется просто, что это демоверсия. В полной версии, насколько я помню, там нужно немножко более окольными путями проникать в подполье. То есть там есть чувак, которому ты называешь пароль, там, вот, ну, классика жанра. А зачем ты опять своего раскидываешь? А так, посмотреть, что будет. На бессмертный. Ну, походу, да. Такой кайф получает, пулю жрет. И тебя как собаку расстреляли просто. Но. Поэтому я решил не расстреливать его. Вот, сейчас, и, в общем-то, моя единственная задача походить по базе, посмотреть, что тут есть вообще. Типа в демке решили... А, и потом с этой базы будут все задания даваться, да? Да, типа похвастаться движком, короче. В 96-м году. Хвастаться движком Дума. Ну, тем, что они сделали с движком Дума. Бараки. Каменные кроватки. А, ты, кстати, а вот секретка, кстати. А, ты в этом, в Нью-Ордере играл в уровень Вольфенштейна-то? Конечно. Ты его прошел? Да, все прошел. Проснулся в холодном поту. Не, ну там ты в любом случае просыпаешься, проходишь ты или да тебя не, убивают. Да я прошел. Ты чё, я такой любитель Вольфенштейна оригинального, мне только подавай пройти. Я тебе говорил, как мы это, с Витей ходили в этот музей Вольфенштейна? Советских игровых автоматов, музей Вольфенштейна, да. И Вольфенштейн играл, который на каком-то, на Atari 32, что ли, какой-то редкой консоли, и через геймпад, и все равно прошел хрен знает сколько. А там, кстати, прикольная версия, там с катсценами. Да, то есть там еще и катсцены были. Ну как катсцена, там картинка, там типа... Бласкович, типа, идите туда, замочите тех-то. То есть как будто бы я якобы выхожу из подполья и получаю миссии, захожу обратно и продолжаю мочить фрица. Ну как, собственно, в Нью-Ордере это и было. Ну, типа того. Это зачем? Типа навыки стрельбы проверяют? Типа того. Ты плохо стреляешь. Автоэйм плохо работает, надо отключить, по идее. Ну да. Видишь, они красиво... должны падать вообще? Слушай, я не знаю, я не помню уже. Я играл в нее, это была одна из первых игр, в которую я играл. Она у меня была на диске с Warcraft 2 и Сайберией. Помнишь такую? Да, штуку? Помню, которую ты еще не допрошел. Да. Который мы полтора года назад сделали первое видео. И пока не торопим. Кстати, можно бы, наверное, приурочить к выходу на Good Old Games Сайбири. А, она там вышла? Да. А зачем? Слушай, ну она получила там оценки 2.5-3 балла где-то. Из 10? Из 5. А. Ну это тоже как бы не очень хорошо, ну, потому да. Что обычно там пятерочки все ставят, а тут такие, зачем это? Фу, это же игра была, это было модно в 94-м, сейчас-то полное говно. Не знаю, вот я порадовался с деревянного Зака этого. Это чувак на повара похож или на мельника? Ну, так я говорю, такой псевдо-стимпанк, какие-то крестьяне такие стоят. А на самом деле он мне сейчас имплант поставил. Ну, смотрите, видишь, у меня теперь 110 колфов. Да, вижу. Прокачиваемся, то есть и прокачечка тут есть. На самом деле этот, сказал про мельника, вспомнил метро 2033 и подумал, что его бы тоже надо пройти. Угу. А
Ачивки, ачивки. Кстати, у меня уже 30% выбито. Или 31 уже. Знаешь, я, наверное, думаю, ты жалеешь сейчас только об одном, что ты не можешь избавиться от игр, в которые не хочешь зарабатывать ачивки. В которых нельзя этого делать. Да, да, да. Там, например, Dead Space, Крузисы. Угу. Congratulations! А, это все? Да. Это ты, собственно, слева с арбалетом. Я не знаю. Нет, я сейчас буду вот за углом такой стоять и смотреть на кучу врагов. Не, ну это такая демоверсия, скажем так. Дающая понять, что это будет за игра. Ну так... Это ты камеру двигаешь, да? Да, лично. Это потому, что твой широкоформатный монитор... Говно не помещается в него. Это супер широкоформатный изображение. Это просто игра была на монитор, который вокруг тебя, то есть ты садишься чисто... Да, панорамный. Да. Как вы там, помнишь, в Терминаторе втором, когда пацанчик этот играл? Угу, да. Ну что, позвоним, закажем игрульку? Ну да, надо бы. Velocity. Мне интересно, номер этот. Velocity, а не Velocity. Velocity, она читается. Ага. 856-2489. Я проверил, да, все правильно. Ты звонил туда? Не звонился. Восьмерку, наверное, забыл. Интересно, а если сейчас им позвонить заказать? Я эту демку купил. Дайте мне игру. Ну все. Ты все выйти не можешь, да? Все, всем пока. Всем пока.